Так, ну что ж, всем привет, с вами Иван 77, и сегодня мы, собственно, прокатимся на тесте на А44, вот, и, собственно, посмотрим, что он из себя представляет и так далее. Ну, давайте для начала ТТХ. Прочность. Мой уровень 1100. Сколько я помню, 43 тоже 1100, то есть это нормально. Для 7 уровня это вполне нормально. Максималка, кстати говоря, высокая максималка, у нее 59, то есть это вполне. Скорость поворота шасси 44. Ну, 44, ну, судя по всему, это не очень много. Но лобовая броня 150. Вот, но есть некоторые но. По-моему, 150 это только вот эта часть, а вот эта вот вся вот эта хрень, которая стоит наверху, она вообще какая-то картонная совсем. Вот, то есть как бы, плюс башня. Башня это просто капец огромная просто. Смотрите, что тут творится. То есть, ну, прошивается он как бы вообще без вопросов. Вот. Значит, далее по пушкам. Пушки. Какие у нас тут пушки? Пушка от Т-54 стоит. Ой, от Т-54, от КВ-5 стоит пушка. КД долгая, но при этом хороший дамаг для 7-го левела. Реально хороший. Вот. В принципе, довольно неплохая машинка. Вот. Ну что ж, давайте, наверное, прокатимся, да посмотрим, что она из себя представляет. Насколько она у нас бодренькая. Входим в бой. Кидает опять к восьмым. Сегодня, честно говоря, практически целый день играю на этих танках с семерками. Как бы на шестерке и семерке играю постоянно с восьмерками, на восьмерке тоже постоянно играю с восьмерками. То есть, как бы, семерка сегодня просто немерено. Я не знаю, для чего нам перестал играть на восьмерке, что их там пофармить решили на тестовом сервере. Но ладно, еще премашина, но как бы что-то там другое тестировать, я не знаю, честно говоря, зачем это надо. Ну, как бы их дело, скажем так. Наше дело протестить новые танки, которые вышли. Вот. Так, ну раз мы стоим, надо сделать дерзкий проезд вот здесь. И залезть наверх, а не бежать, как все это делают. Давайте попробуем. Так, помню, в ТТХ было 59, да? Вот, смотрите, в общем-то едем эти километры. Но разгонялись мы, как видели, очень печально. Горешь про гору. Вообще такое чувство, как будто едешь на тапке на каком-то, а не на СТшке. Вот. Почему поехал не на зелень? Как бы не очень люблю зелень. Там стоит за ангарчиком весь бой. Так мне не очень нравится, если честно. Посмотрим, что с задним ходом. О, кстати, задний ход тоже неплохо, смотрите. То есть вполне можно задавать задним ходом, если надо будет. Также башня вертится на 360. Ой, главное теперь не путать вперед и назад. Потому что с таким расположением башни это, в общем, довольно просто. Давайте запихаем сейчас по бэкпринцу. Почему долго целился, честно говоря, потому что он даже и так не пробил его. Пробить-то вроде бы ничего, при этом что-то как-то не очень ничего. То есть вообще никого не пробить. Почему? Здесь вроде пробить это 167, ну да, 167, конечно, не очень много, но надо пробить кого-то. Хочу больше вылезать, там этот як стоит, дурацкий, ну пусть по 25 постреляют. Но стрельну все равно в мою сторону, что это все. Вообще жесть, то есть нереально не пробить ягу, вообще никуда, походу. То есть как бы получается, рассчитано на то, что я буду возить с собой голду. Во, нет, я все-таки пробился, если на 300, как бы, это довольно неплохо. Для эстета. Больше неплохо для эстета, тем более, с 7 уровня, да, как бы, вообще вполне нормально. И еще 300, как бы, вообще неплохо. С дамагом все неплохо, на КД.
АД сведения, это, конечно, минус наш. Вот, то есть, ну вот так танковать, конечно, не могу, за счет того, что у меня, в принципе, я и вперед и назад езжу быстро. Я могу выезжать, но мне приходится выезжать и сводиться. Что, конечно, совсем нехорошо. И с обзором тоже есть проблемы некоторые. Вот. О, кстати говоря, черт, я не успел стрелять по 69-ке, он хорошо стоял еще. А, вот сейчас. Вот, типа, все время путаюсь с этим ходом назад-вперед, потому что непривычно. Вот, и я думаю, что на ней надо играть несколько боев подряд, чтобы привыкнуть, иначе вы будете все время тупить. Вот. Во всяком случае, мне надо будет точно сыграть несколько боев подряд на ней, чтобы привыкнуть к этому ходу. То есть я не смогу каждый раз, каждый бой менять танки. Я пробил, точнее попал в принципе. Ой, куда я поехал? У меня аж девятка сейчас шатает. Сейчас разведем ее на пару выстрелов. А, да, вот просто. Он со мной. Нет, у меня КДшится. Что она делает? Он тебя висит. Все, настрелялся, я могу ее спокойненько убивать. Она это понимает, поэтому... Но! У нас есть некоторые проблемы. У нас нет склонения. Меня валит. Она просто от меня валит. Она сейчас закадешится, а я тут туплю. Понимаете, что тут происходит, да? Из-за того, что у меня есть склонение, я не могу с ней ничего сделать. Сейчас попробуем затаранить. Потому что я не успею закадешиться. Ох, огромное спасибо нашему Т-34, потому что сейчас мы просто-напросто убили. Вот, так, сейчас я подожду Е-25, которая вылетит как сумасшедшая пуля просто. И я просто-напросто убью. Так. Эх, я уже потратил ремку, поэтому придется ползать просто как огромная медленная черепаха. Так, со скоростью какой? Со скоростью, короче, да, это 95-й теперь. Но не стэшка, то есть вообще просто жесть. Чего еще искать прото, который где-то там спрятался вообще. Мне неизвестно. Я играю без модов, поэтому даже не знаю, где он был последний раз засвечен. Что с ним происходит, я тоже не знаю. Вот. Но, как вы видели, все-таки, да. Лобовая броня какая-то есть, то есть как бы, ну, если 69-ка, да, которая стреляла по голдой, я думаю, что, в общем-то, по рандоме этот танк бы показался неплохо. Даже, собственно, с точностью, которая здесь, честно говоря, не очень хорошая, на дальних расстояниях, тем более, можно играть вполне очень даже неплохо. Вот, ну, в общем, всем спасибо. Сейчас мы посмотрим, кстати говоря, стоп. Ну, второй класс, вторую степень получил, во. Я стою, говорю, 1800 я накидал, 17000 плюс, так, неплохо. Вот, ну что, ждем следующего видео на следующем танке. Так.